280 непосед. Детский сад в Северном микрорайоне готов принять воспитанников. Новый символ. В сквере по Ефремова открыли памятник ликвидаторам катастрофы в Чернобыле. Города-побратимы. В Армавир приехала делегация из Армении. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19 часов. Повторы в 6 и в 7.30 утра и в 12.30 дня. Видеоверсия доступна на сайте www.ravita.info.